Детские воспоминания всегда красочные и никогда не печальные. Так считает художник Владислав Стальмахов. Свою персональную выставку в Гродно он открыл в День смеха, 1 апреля. Экспозиция сродни временному порталу в советское прошлое. Например, эти часы символизируют бесконечную очередь за дефицитом, а здесь цирк, побывать в котором автор мечтал все детство. К слову, Владислав Стальмахов – пример врожденного таланта. Он стал художником, несмотря на отсутствие специального образования. Желание творить, как он считает, вдохнул в него воздух Витебска, где он жил мальчиком. Послушал родителей, поступил в радиотехнический институт, да? И вот тогда уже в радиотехническом институте, живя уже в Минске, да, я видел, что есть же художники. И думаю, елки-палки, это же вот именно те люди, кем я хотел быть, да. И уже со второго курса я так уже познакомился там в институте, работал художник-оформитель, женщина замечательная. Стал так ей немножко помогать, так уже с третьего курса стал писать картины. И все, и стал себя считать уже таким, ну, художником. Сегодня его работы выставляются в Беларуси, Германии, Швейцарии и других странах. А стиль ценится за остроумность. Помимо живописи, Владислав Стальмахов увлекается и сварными скульптурами. С болгаркой в руках он создает неповторимые образы. Например, этот автомобиль, поражающий ювелирной работой. Владислав вдыхает новую жизнь и в старые вещи, из которых получаются арт-объекты. На некоторых из них художник оставляет стихи собственного сочинения. К слову, литература – еще один источник вдохновения для автора. Книги Ремарка, Булгакова, а особенно Пушкина. Образ русского поэта он даже запечатлел на нескольких полотнах. Владислав пишет картины и о своей нынешней жизни. Последние там несколько лет я живу в деревне, да? Я стою, ну, наблюдаю за животными, да, и они очень интересны. Но вот в той деревне, где я живу, уже нету, к сожалению, там коров, быков, да, коней практически, козы, собаки, вот там кошки еще есть. И поэтому, как бы, я хочу дополнить, это вот я только начал эту серию, привез две первых работы, она будет там где-то с 10-12 работ, там будут коровы, быки. Примитивизм с авторским гротеском. За этими громоздкими словами скрываются ироничные и добрые образы прошлого. Увидеть работы Владислава Стальмахова можно до конца апреля в галерее Крыга. Юлия Косила, Сергей Печерица. Новости Гродно+.